Эффект Шарлотты. В чем юная принцесса скоро обойдет свою маму, Кейт Миддлтон? По мнению экспертов, шестилетняя Кембриджская уже скоро побьет один рекорд герцогини Кэтрин. Совсем недавно юной Кембриджской исполнилось 6 лет, и эксперты заметили, что уже скоро она может превзойти свою маму, герцогиню Кэтрин, в том, что принято называть эффектом Кейт Миддлтон. В честь дня рождения Шарлотты Кенсингтонский дворец поделился снимком именинницы, на котором радостная принцесса позирует в темно-синем платье с цветочным притом от дизайнера детской одежды Рэйчел Райли. По словам создательницы наряда, после публикации платье раскупили всего за 12 часов. «Это был восхитительный сюрприз, и я совсем не ожидала», – поделилась Райли восторгом с журналом Hello. «Я узнала об этой фотографии, когда друзья и родственники начали присылать сообщения, спрашивая, не моего ли бренда это платье. В итоге вещь стала самой быстро раскупаемой за всю историю марки. Сотрудникам Рэйчел даже пришлось ввести систему предзаказа специально для тех, кто хотел платье, как у Шарлотты. Точно таким же эффектом обладают и выходы герцогини Кембриджской, наряды в которых она появляется на публике, скупают в считанные часы. У этого явления даже есть свое название «эффект Кейт Миддлтон». Так, например, продажи голубого платья-халата от Кхоц, в котором герцогиня позировала с детьми и мужем в Кенсингтонском дворце, увеличились на 121%. Но кажется, пора вводить новый термин – «эффект Шарлотты». Судя по тому, с какой скоростью разошелся наряд, в котором появилась девочка, она уже скоро сможет не только повторить успех мамы, но и превзойти ее. Я не сомневаюсь, что принцесса Шарлотта станет такой же иконой стиля, как и ее мать, подчеркивает Рэйчел Райли. К слову, после публикации праздничной фотографии поклонники БКС обратили внимание не только на наряд Шарлотты, но и на ее прическу. Непривычно светлые и распущенные волосы девочки, по мнению некоторых комментаторов, придают ей более взрослый вид. Кроме того, многие подметили все более очевидное сходство Лотти с августейшей прабабушкой Елизаветой II. Всегда поражалась, насколько она, Шарлотта, похожа на королеву Елизавету. Она так похожа на ее величество королеву. У нее глаза королевы, писали в Твиттере. Часть пользователей заметили, что Шарлотта похожа не только на прабабушку, но и на отца, принца Вильяма. С днем рождения, копию королевы и папы Вильяма. Поздравил девочку один из комментаторов. А что вы думаете об эффекте Шарлотты? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.